Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости. У нас жарко, поэтому я изготовил вентилятор. Вентилятор из мотора, ребята, от стиралки с пропеллером. И настроил его на нулевое потребление. Крутится он быстро, как видите. Охлаждает хорошо. А потребляет 0 ватт. Об этом видно на счетчике. Вот она. Я уже час держу. Потребление 0. Из чего изготовлен? Мотор от стиралки я вчера показывал, как подключать. И, ребята, зарядник 13 вольт, 0,5 ампер. Все. Даже не применял, видите, реле выключено. Реле тут и не надо применять. Оно и так работает, не покладая, как говорится. Не пожирая электричество. То есть работает быстро и хорошо. Схему, если хотите, вечером покажу, кому надо. То есть это можно применять бесплатное охлаждение, для бесплатного охлаждения комнаты. Значит, схема. Словами скажу. Мотор от стиралки 300 ватт на 15 тысяч оборотов. Далее. Лопасти от вентилятора большие, черные. Как видите, черные. Скорость вращения, ребята, 3000 оборотов в минуту. Как видите, очень быстро. Ну, также и вентиляторов бытовых. Расход тока, как видите, 0. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального железного здоровья.